Здравствуйте, мои подписчики. Внуки требуют аджарский хачапури. Готовили чанах, чуть соленый, и нитя на терочке. Вот теперь тесто у нас будет. Я посмотрю. Сегодня тесто просто будет бомбически. Рецепт будет на ютубе, девочки. Сильно много нельзя играть. Делаем небольшой шарики. Ну, девочки, сегодня у нас тесто охудивительно. Смотрите. Самой нравится. Чанах. Сулугуни. Закрываем полностью. Смотрите, до конца закрываем полностью. Шьем, да? Это аджарская или армянская? Аджарская. Это грузинская. Ну, я учила от моего свекруха. Ну, как бы она аджарская, ну, готовит армяне. Какая разница? Главное уметь готовить. Чья это не имеет значения. Красиво закрываем. Очень красиво. Перекрутили. Взяли и на лодочку. Чуть-чуть делаем дырочку. Все, открываем для яйца. Красота. Девочки, готовьтесь, у всех получится. Никто так не рождается. Каталка на руках. Надо все делать и рисковать. Не бойтесь. Все будет хорошо. Один раз не получился, второй раз получится. Ой, красотулечка, ой, красотулечка. Вот это поставим свет. Теперь, доченька. Чудо. Тает от горячего. Просто хрустяшка. Шикарно. Вот так. Красота. Мам, давай танцы. Время. Все готово. Yeah.